Всем привет, дорогие друзья! Я Айсбергер, автор музыкальных композиций на канале Headarms. Кстати, мне помогает еще один очень хороший автор — Вячеслав Жмурин. Его треки, я вижу, вам также очень понравились. Ну так вот, проект Reactor был создан для тех, кто занимается творчеством, создает свои видеоролики, но не обладает знаниями либо возможностями написать свою музыку. Это только кажется, что в интернете все бесплатно. Но как только столкнешься с авторским правом, ух, сразу вылезает куча проблем. Именно поэтому вся наша музыка распространяется свободно, а в качестве лицензии мы используем Creative Commons. Это некоммерческая организация, которая создала бесплатные для использования типовые договоры, свободные и несвободные публичные лицензии, с помощью которых авторы и правообладатели могут выразить свою волю и распространять свои произведения более широко и свободно, а потребители контента легально и более просто пользоваться этими произведениями. Для того, чтобы у вас не возникло трудностей с монетизацией ваших произведений с нашей музыкой, просто указывайте ссылки на разрешение и на автора. Это как раз диктует сама лицензия Creative Commons Attribution. Сейчас мы выпустили первый сборник своих треков. Это коллекция за 8 месяцев работы. Кроме композиций, которые вы наверняка уже слышали, мы добавили несколько неопубликованных треков. Хочу отметить, что наша музыка ценна не как самостоятельный трек, который хорошо слушать отдельно, сам по себе, в плеере или музыкальном центре. Хотя и такое возможно. Наша музыка специально для видео, то есть она для фона, она создает атмосферу, наполняя динамикой разговорный трек. Не стоит считать, что она должна быть очень разнообразной. Напротив, длительность композиции или темп должны быть такими, чтобы вы спокойно могли взять и поставить весь трек под свое видео, и вам не пришлось бы сводить и вырезать куски с очень активными барабанами или тихим и занудным проигрышем. Наши треки такие специально, чтобы всем было удобно работать. Ну и стоит напомнить, что любой желающий может присоединиться к проекту и опубликовать свою композицию. Вы можете загрузить свой трек к себе на канал, а мы добавим вас в специальный плейлист, чтобы все могли найти вашу музыку. Спасибо, что вы с нами. Счастливо!